перед нами команда «Дружба», которая завоевала кубок второй лиги. Сейчас ребята поделятся своими впечатлениями о матче. Игра была просто шикарной, на мой взгляд. Держалось напряжение, мы работали спокойно, работали на классе, мы победили. Я считаю, это было достойно. Отлично. Я думаю, сплоченная игра, спокойно. Сыграли просто образцово, как по учебнику. Правда, пару моментов, конечно, было такие сомнительные насчет судьи, но все было хорошо. Ну, покажите эмоции от победы. Давай, 3-4, только дружба. Только дружба!